Грузовые машины отслужили свой срок. А сейчас прибыли на капитальный, в Дретинский авторемонтный завод Новгородской области. Может быть, завод название слишком громкое для небольших мастерских бывшей РТС. Но это завод, и дело свое он делает. В прошлом году здесь отремонтировали 1000 двигателей, более 500 грузовых машин из колхозов и совхозов области. И в этом немалая заслуга главного инженера Владимира Михайлова. Воспитанник Ленинградского института, молодой инженер, за 4 года вырос здесь до умелого организатора производства. Старый завод доживает последние дни. Уже в этом году будет закончено строительство производственного комплекса в 4000 квадратных метров. Увеличится пропускная способность, и к этому руководители производства готовятся уже сейчас. Так и бывает. Люди растут в делах, а будущее открывает им новые дали.